Привет, зритель. Просто не могу не показать. Вот этим я сейчас фейс протерла. Спасибо Лене за пьёдарок. Просто поржать на саму себя. Может, и ты поржешь, словишь хорошее настроение. Баррикада средств. Ну, вот это-то типа минки, как бы, да? Ну, вот пенка там у меня до умывания стоит из последней распаковки. По сути, тоник идет. Потом, значит, это вечерняя сыворотка. Ну, я ее решила вечером, потому что утром я вот этой пользуюсь. У меня тут сыворотка от, ну, типа, для кожи вокруг глаз. А, это не... Это вообще... Это так. Это перекись водорода, остатки было роскоши. Это оно рядом стояло. Тут вот достала две минки. Вообще три минки. Вообще достала пять кремиков из посылки от подписчицы Лены из Франции, которая и вот... Поняла, что мне надо какой-то кремик для лица увлажняющий. Думаю, у меня же там что-то было, какие-то минки, надо их доделать. Это у меня сыворотка для кожи вокруг глаз утром и вечером. Я сейчас ее использую вместо этой, потому что тут типа надо сделать перерыв. Ну, тут это средство для снятия грязи с лица. Там где-то средство для снятия лака с ногтей. Тут он еще маска от Swiss Image и Маш. Правильно, оказывается, Swiss Image, правильно надо говорить. Это я у них в группе ВКонтакте прочитала. Там еще где-то маска от Batavica, которую я еще не пробовала на себе. Но я тут вдруг на себя посмотрела, глянула в полочку, что вот этот вот шкаф, который как бы для одежды. Там есть отделение с пятью полочками. И вот из пяти полочек у меня только на одной полочке одежда. На двух полочках у меня косметос и духи. Ну, там еще всякая требуха. А внизу у меня вообще какая-то сладкая еда. И заготовки частично. На какой-то там полочке у меня там чай и, ну, еще этот сканер к компьютеру. Надо там разобраться, конечно. Ну, я что-то так подумала. Чем я не бьюти-блогер, ё-моё? А, да, вот тут вот спрейчик хороший. Благодаря ему у меня волосы как-то лучше себя чувствуют. Кажется, что они такие плотные. Можно их вообще раз в 3 дня мыть. Они, конечно, сейчас уже не пышные, но еще не грязные. Я их хвостик задела. Вот, зрители, эти чисто по... Не знаю, похвастаться, что ли? А, вот у меня же тут еще лежит. Что его? Он в кадр-то лезет, но я про него не вспоминаю. Этот гель липкий, на который я хотела отзыв оставить на Алике. Он хороший, я ему, если вечером иду спать, и вот чувствую, что мне надо кожу рук увлажнить, и кремом пользоваться неохота, я его использую вместо крема для рук. Он хорошо увлажняет, правда, сначала он липкий. Вот. Вообще тут это, прям, хочется спросить, Лёля, ну нахрена тебе столько всего? А это настой одуванчиков на водке, которому лет 7, если не больше. Это чисто обезболивающее. Вот на ватку прыснул, голову протер, и, возможно, будет счастье. Вот, зритель, скажи мне что-нибудь в комментах, типа, Лёля, нахрена тебе это? А еще, да, можешь напомнить мне, потому что полезла в полку, вспомнила, что собиралась растрясти СМР, ну, вроде как, свои парфюмы и свои вот эти, что у меня там из косметоса есть. И вроде как даже хотела, не знаю, озвучивала или нет, разобраться в полке на камеру, потому что я так поняла, что людям нравится, когда ты снимаешь какую-то уборку, там мытье посуды, то есть все это вас мотивирует. Вот. Я тут в зеркале, сейчас, может, попробую на себя перевернуть. Так вот, он такой жиденький оказался. И еще я для самой себя открыла неприятное открытие. Когда-то я писала на французском стишки, думала на английском, а тут поняла, что вообще практически частично ничего не понимаю. Ну, в смысле, как понимаю, но на французском я понимаю меньше, чем на английском. Ну, вот вообще. Как так? Надо как-то это позаниматься по 15 минут в день немножко тем, немножко другим. И вообще не лениться японским заниматься. Мне все что-то как-то некогда. У меня там на кухне такой яблочно-морковный бардакен. Сейчас я на себя переверну камеру. Так.
Вот так, наверное, чтобы было видно меня. То против солнца, точнее, против окна будет темно, а перед окном, лицом к окну, вот так камера от окна на меня будет светло. Вот она я. С хвостиком. Сейчас пойду первый раз за день есть. Вот такой типа вложек спонтанный. Может его даже без монтажа сейчас залить, только на планшет сначала слить. Вот. Хочешь зритель поддержать канал, можешь это сделать. Там нигде не будет облачко, потому что это будет без монтажа. Но это пока.